Всем привет, меня зовут Даник Веснёнок, приехал на второй бой на топ-дог. Так случилось, что мой соперник второй номер рейтинга. Думаю, что это выведет меня на высшие строчки рейтинга. Завтра нас ожидает жесткий, бескомпромиссный поединок. Мельник любит рубиться, я тоже не против, так что посмотрим, кто более голодный, кто больше хочет этой победы. Всем спасибо за поддержку. Он Латвия, палдес висем парадбол, студрис тека осмая сарузвару. Всем привет, меня зовут Алексей Мельник, провожу свой шестой бой на топ-дог. В этот раз готовился в Москве под руководством Андрея Чурука. Подхожу в лучшей форме к этому бою. Этот бой будет очень зрелищный, и я думаю, он будет самый яркий на этом турнире. Броски запрещены. Первый. Он сам придет, прямыми встречай. Тогда он летит от тебя. Подбородок внизу. Боковые, если не идут, бей прямыми. Ты, Балачон, молодец, ты отлично работаешь дальше. We'll be right back.
Ты смотри. Не, не при вперед, а потихоньку маленькими шажочками поджимай. Ты в центр встал, все, все видят, что ты главный. Не надо переть на него. Когда он на тебя глядит, прямыми встречай. Потому что боковые драка превращаются, да? И сам поймет. И узко, Леша, широко работаешь. Атаку с передней начинаешь. Джея подготовил, атаку. Вон, навались. Не дерись, а мне нужен красивый бой. Центр прямые. Да, и прямые. И по ручке выше смотри. Не снимай, блин. И смотри мы сюда, да? Ты все видишь. Все, давай, дорогой. Мне кажется, вы недооцениваете, что нам могут подарить эти воины. Второй раунд. Поприветствуйте бойцов. Подбородок внизу, да. Вот еще. Вот здесь все. Вот здесь ты еще готов летит. И поджимай, поджимай. Маленькими шажочками. Да, умничка. Нет, 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 опасно. Правый нужно встречать, когда он летит. Правый. Вот так. Не дерись. Умника работа. Подбородочек, не нужно с ним драться. Не нужно с ним драться. Мне нужен умный бой. Умные два раунда. На две минуты, понятно? Мне нужны сейчас умные два раунда. Потихоньку поджагиваешь, не лети. Как только он на тебя летит, встреч. Вот смотри, как ты его замечательно перкотиком встретил. Оттянулся встретить. Тайм! Файт! Поджимай! Стоп! Броски запрещены. Файт! Давай!
удар нужен. Файт! Стоп! На середину! 40 секунд! 40 секунд! Прямые надо! Вот так! Вот так! Прямые надо! Прямые надо! Вот так! Главный прямой на 30 секунд! 30 секунд! Десять секунд! Хай! На границе! Значит, что пришло время объявить победителя. В этом близком бою очень было приятно его смотреть, очень зрелищным и самоотверженным. Есть победитель. И это Алексей Мельников по прозвищу Мельник.